Питание по знакам зодиака. Многовековой опыт астрологии показывает, что людям, рожденным в том или ином знаке зодиака, требуется повышенное количество определенных веществ, и только в этом случае человек чувствует себя вполне здоровым. Так, зная, что в первой и третьей фазах лунного цикла происходит аккумуляция в организме разнообразных веществ, мы можем дополнительно с помощью питания, трав и тому подобного вводить недостающие вещества в организм. Вот рекомендации по знакам зодиака. Первое. Овен. С 21 марта по 19 апреля. Потребность пищи, содержащей фосфат калия, травы, горчица, алоэ, чеснок, витамин А, В1, С, микроэлемент органическое железо. Рекомендуемые продукты: свекла, яблоки. Особенно хорошая смесь свежевыжатого сока свеклы и яблок в пропорции 1 к 4. Одна часть сока свеклы и 4, а то 6 частей яблок. Сельдерей, морковь, шпинат, грецкие орехи. Второе. Телец. 20 апреля-21 мая. Потребность организма пищи, содержащей сульфат соды, травы, бузина, шалфей, щавель, витамины А и Е, микроэлемент медь. Рекомендуемые продукты: капуста, лук, свекла, тыква. Для живущих возле моря морские продукты. Третье. Близнецы. 22 мая-21 июня. Потребность пищи, содержащей хлорид калия, травы, сельдерей, хмель, валерьяна, витамины группы В, С, Е и Д. Рекомендуемые продукты: проросшее зерно, орехи, сельдерей, абрикосы, особенно сушеные, сыры и постное мясо. Четвертое. Рак. 22 июня-21 июля. Потребность пищи, содержащей фторид кальция, травы, розмарин, водяной крест, витамины В2, С, Е. Рекомендуемые продукты: капуста листовая, проросшее зерно и хлеб из него, лимоны, изюм. Пятое. Лев. 22 июля 23 августа. Потребность пищи, содержащей фосфат магния, травы, можжевельник, рута душистая, укроп, петрушка, витамин С и Е, микроэлемент золото. Рекомендуемые продукты: кукуруза, яйца, продукты моря, салат, голубика. Шестое. Дева. 24 августа-22 сентября. Потребность пищи, содержащей сульфат калия, травы, цикл, кори, летний чабер, витамины группы В, микроэлемент органическое железо. Рекомендуемые продукты: хлеб из проросшего зерна, салат эндиви, фундук. Седьмое. Весы. 23 сентября-22 октября. Потребность пищи, содержащей фосфорно-кислый натрий, травы, чабрец, фиалка, витамины А и Е, микроэлемент марганец. Рекомендуемые продукты: хлеб из проросшего зерна, яйца, рыба, зелень, инжир, цитрусовые. Восьмое. Скорпион. 23 октября-21 ноября. Потребность пищи, содержащей сульфат кальция, травы, полынь, базилик, витамины группы В, С и Е, микроэлемент органическое железо. Рекомендуемые продукты: спаржа, редис, сливы, свежевыжатые соки свеклы с яблоками. Девятое. Стрелец. 22 ноября-21 декабря. Потребность пищи, содержащей двуокись кремния, травы, шалфей, мальва, красный клевер, витамины С и Е, микроэлемент олово. Рекомендуемые продукты: хлеб из проросшего зерна, зелень петрушки, моркови, пастернак, печень. Десятое. Козерог. 22 декабря-20 января. Потребность пищи, содержащей фосфорно-кислый кальций, витамины А, С и Е, микроэлемент свинец, травы коровяк. Рекомендуемые продукты: чечевица, цитрусовые, яйца и брокколи. 11. Водолей. 21 января-19 февраля. Потребность пищи, содержащей хлористый натрий, травы пижма, окопник, витамины С и Е, рекомендуемые продукты: мед, яблоки, твердый сыр, лимоны, зелень репы. 12. Рыбы. 20 февраля-20 марта. Потребность пищи, содержащей фосфат железа, микроэлемент органический йод, витамины Е, Д и С. Травы: морская капуста, огуречник аптечный, рекомендуемая пища: огурцы, бобы, миндаль или фундук, говяжья печень.